Посмотрю лошадь, проверю. Надо ли покормить? Не надо, но почистим, погладим сейчас. Так, теперь меня почистить, погладить. Где мне для здоровья взять? Желтое из еды для здоровья. Блин, тут тоников пипец. А из еды-то? Ну, а вот. Статус здоровья. А. Так, а ты с мятой говорил, да? Правильно? А с мятой что у меня? О, баранина с мятой, вот ее буду есть. Ладно, ну что, ты готов? Запускай. А, ты в отряд не зашел. А, ты создал? Нет, вот тот и оно. Запускай. Сейчас, погоди-ка. Так, я его перезапущу. Вот, тебе должен пригласиться, по идее, сейчас. А я сам произношусь. Так, ну ладно. Пригласился? Да, ну запускай этого на болотах. Ну, если будет такое сейчас, ну, по идее, обязательно. Должен быть, да? Конечно. Так, там... и чё, ты будешь ко мне подъезжать, или мы как-то так я соберемся? Рядом с нас засосёт, во-первых, я рядом с тобой. Да, они же пересоберутся автоматически. А легендарные, забыл. Это же, да, мы сейчас будем отстреливать больших животных. Да. Причем, знаешь, последний раз мы с Сашулей вчера играли, там я в голову целюсь, красного нет, а в конец хвоста, где одни перья, там красное, да? Вот. Ну вот такая херня. И опять не работают эти. Лассо и вот... Так, Филипп Карлье. Ох, гош, четвертый уровень. Давай, как раз, самое интересное будет. Сыкотно. Нет? Ну, пройдем, нет, ну, значит, не пройдем. Жизни просто не будет, не дай себя съесть крокодил раньше времени. Ну, ни одной не будет? Думаю, вчера одна была, а обычно две. Думаю, что ни одной. Блин, ну не пятый же, четвертый. А в пятом ты еще там в самом конце еще будет, там еще круче. Ага, я буду должен еще одну жизнь, да? Так? Он когда вот на этих фотках последний с красными глазами поворачивается, на актера Стеклова нашего похож. Не помнишь такого? Стеклов не знаю такого. Ну помнишь криминальный квартет с Караченцем, с этим самым? Вот у него сына там украли. По-моему, Стеклов фамилия была. Он там мента играл или прокурора. Помнишь? Он еще в космос собирался полететь. Что-то не сложилось. Один из первых. До сих пор жив. Ему лет уже пипец. Здоровье хорошее. Он, помнишь, тогда уже старый был, когда мы еще школу заканчивали. По-моему, Стеклов. Не помнишь фамилию? Вот я смотри, поворачивай. А, ну ты не помнишь. Вот тут глаза один в один. Когда вот последний план. Ну ладно. Карлье. Почему-то Картье я хочу его назвать. Ну ладно. Так. Блин, мне кажется, у меня лошадь не потянет. Филипп Карлье, the Castile Cotton Company chief clerk, but I'm sure you already know that, given why you're here. Not Mike. Can't imagine how it must look. Oh, no time for any of that. Now, if you just let me. Oh, I was so hoping for someone to share this with. Надо им написать, конечно, чтобы они вот это пропускать стали. Как можно?
Блин, а я патроны-то взял или нет? Я не помню. У тебя полно регулярных, ты не мог потратить столько патронов. Мне нужны самые лучшие. Они здесь все самые лучшие. Ой, да и лети уже. Один. Я считаю, сколько их? 5-6. А жизни-то нет. Жизни нет, как я говорю. 2. Три. У меня уже 4 было. А кроликов 5. Не обязательно же убивать, да? Не 4. Знаю. Ну вот этих зверушек-то. Мне особо некогда, блять. Да я так, на них не смотрю, на зверушек. Где он? 5. У меня уже хрен знает сколько раз он появился. Все что ли? А, нет. 6. Тихо! Ай! Отвлекся на зверушку. Сука. Понятно. Давай повтор задания жми. Не буду отвлекаться на зверушку больше. Пусть живут. А мне кажется, он будет бежать, пока мы всех зверушек не перебьем. Было слишком много. Надо все успевать, доктринус. Ну, стараюсь сейчас. Надеюсь, кино-то не будем смотреть сейчас опять. А как же? Твою мать! Ну вот это издевательство. Издевательство это ты там устроил, издевательство. Ну это самая херня в этой игре. Ну почему нельзя Enter-то нажать и пропустить? Но GTA они не делали же, нет? Ах, придурки, блин. Ну кажется, раз 10, наверное, надо его убить, да? Нет, иногда очень мало. Все зависит, по-моему, надо животных перебить. Ну, посмотрим сейчас. Я еще филина упустил самый первый раз. Или сову, кто там мне? Да. Так, филина убил. Один есть. Ну где? А, вот. Два есть. Так, у меня... Три есть. Блин, какого-то оленя не могу тут убить. А почему никто не идет? Слушай, ты, может, и животное не убил? Вот сейчас взорвалось. А я его 4. Не вижу. 4 есть.
Так, животное убил. По-моему, всех животных убил. Ну, троих животных убил. Пять есть. Пять Филиппов, три животных. Животных я, больше не животных вижу. Я убил, да. То есть, по идее, сейчас тогда... По идее, сейчас, может, еще пару раз, и он должен исчезнуть. Животных больше нет. То есть... У меня он больше не появляется. У меня животных... А, вот, появился. Не-не, меньше 6-8 не будет точно. 7. А у тебя все еще появляется, да? 7 раз я его убил, да. А ты не считал? Не, я не считаю. Дом появляется, я его валю. Появляется, я его валю. Животных больше нет. А, вон, у меня вдалеке зайчик какой-то появился. Может, поэтому? Вот, зайчика я убил. О, у меня тоже появился. И все. У меня все, только... кончилось. Только я в зайчика не успел выстрелить. Может, ты его убил? Да, возможно. Семь так, раз. Ну что, давай тогда теперь вместе сгруппируемся. Мы посмотрим, где мы. Мы, наверное, в разных сторонах появились. Точно, Дактинус. Я тебя вижу, но ты далеко. Далеко, да. Так, коняшка-то подскочит, наверное. Я так полагаю, что днем тут играть нельзя, да? Нет. Очень плохо. Не забудь оружие правильное выбрать, прежде чем на болото попремся. Правильно. Я не знаю, дробовик. Что-то мне не понравился. Аллигаторов он не успевает убивать. Нет, я беру. Я предпочитаю револьверы. Два револьвера. Против аллигаторов. Я беру ружье и второе с этим с прицелом на всякий случай. Блин, ну тут надо было, конечно, поесть что-нибудь, чтобы золотое стало здоровье. Сейчас попробую тоник, может, выпью. Ты главное сначала старайся все втихаря делать. Это я не умею. Блин. Ладно, он один тут, ты сам не сдохни. Тут крокодилы, эти люди с луком. Как только ты их спугиваешь, прибегают люди и начинают из лука в нас стрелять. Да, я знаю. Но тут время-то не идет, можно потихонечку. Сука. Не забывай глаз включать, чтобы крокодилы видеть. Блин, что я сделал-то? Ай, тут было 4 лягушки, хотел их забрать как тушки, но ладно, не до этого сейчас. И карту периодически включай. Иногда карта будет показывать, где эти люди сидят. Вот, у меня вот на карте появился, вот я его сейчас попробую втихаря завалить. Вот этого индейца или кто он там. Ножом метательным, ядовитым. О, у меня такого нет. У тебя обычный нож есть, это без разницы. Если ты в голову попадаешь, он умирает. Метательным? А если я в туловище попаду, нет? Нет, только в голову. Интересно, а топор зачем мне? Я его убил. Погоди, а где у меня нож метательный? Так, где лассо, что ли, там? Да. Метательный нож обычный. Да. Ладно. Клево. Мне кажется, я его нашел. У меня подозрение, что это он. Точно, я вот к ним подкрадываюсь. Я вижу, да, я далеко. Оп, все, я его было с одного, вот, я его сразу кинул, и все, сразу он его... Тихо. На меня кто-то нападает, возможно, это крокодил. Нет.
Взял его, нет? Да, за мной потом... А, крокодил за мной бежит. Сейчас я попробую от него убежать. Не, только не дерись с ним. Крокодил бежит за мной. Крокодил, дил. Плывет. Now you may not believe me, but you made a mistake. You got the wrong man, you see. Видишь, и с глазом как раз и нет крокодила. Он сразу в него как из пулемета из ружья стрельнул. Блин. Только не умри, Дактинус. Охренеть, да я и пытался по мосту, а мост разрушен. Пал в воду, чуть не утонул. Хорошо, что на лошади. Какая-то, ненавижу эти болота. Я сам предложил играть. Ни хрена не видно сквозь этот туман. Ты выехал, да? Да, или да, нет? Я его везу. Ну, о, кабанчики. Я, у меня такая есть надежда, что тут все сподвижники на болотах должны остаться. Они все с мачете. Да, в городе уже никто не идет. По идее, да, они не должны сильно гнаться так-то, да? По трассе. В смысле. Ой! Гад какой! Представляешь, он какой хитрый. Слез с лошади. Да. Вот его... Это. Знаешь, гад какой. Я вроде бы и бил его, и бил, а он все равно умудрился освободиться, да? Еще так бежит ловко. Блин, а у меня нет куда ехать-то? Сейчас появится Дактинус. Сейчас я его свяжу. Ненавижу болото. Тут на меня стреляют все, что-то... Ну, вроде не попали с своим луком. Я скоро подскочу, наверное. Слушай, а если я умру, ты можешь один довести? Нет, знаешь? Сразу сейчас чекпоинт начинается. Только что ж так было. Мы уже один раз заново начали благодаря тебе. Это тоже неправильно. Ну я умер, ты-то остался, допустим, да? Почему ты не можешь? Сам. Без ансамбля. Один, бля, сам, бля, да? Не, вот пятый уровень я точно не согласен. Не сошел ли еще играть? Да что, четвертый мы сделали быстрее, чем мы второй и третий делали. Фига, ты в курсе, что ты аллигатора в город затащил? Он меня сейчас что-то не съел прямо на улице с фонарями. Сидит тут, охренеть. Нормальные люди удивятся, сейчас пойдут, да? Прогуляться. Так, и чё тут? Ты, Гош, понимаешь разницу между аллигаторами и крокодилами? Не очень. Я вообще не понимаю. Но это же разные виды, да? Как бы да. А здесь аллигаторы вроде, да? Угу. 127 долларов, 24 золота. Неплохо. Нормально. О, курка здесь, парика. Откуда она взялась? Так. А давай-ка я теперь попробую выбрать ноутбук, если у меня какой-то есть, которого еще не было. Давай, Дактинус, трансформировай отряд свой. Тоже сейчас хочешь? Сейчас попробуем другого. Можно выбрать. Можно только не на болото, надо. Не на болото, это мы уже играли. Сейчас попробуем что-нибудь другое. Так, сейчас я сформирую отряд. Давай.
Вот, блин, спал, спал, все равно. Присоединяйся. Сейчас. Сейчас посмотрим. В прошлый раз, не видишь, один появился легендарный, который мы в пещере, помнишь, ловили в прошлые выходные? Это без меня, вы, по-моему, Сашули ловили, я там. Как ты с тобой? Я же тебе сказал, что еще молния на меня осыпалась. В прошлое воскресенье играли, забыл что ли? С тебя томагавками, ты говоришь, кидались все. Ты же говоришь, только пиво пил тогда. Да. Сейчас посмотрим. Привязано как. А, ничего мне нельзя делать, потому что это, Дактинус. Чё? Время же между легендарами должно пройти. У всех? Да. Без разницы, кто. А, ну давай самогон меня отвезем тогда. А, давай. У меня тоже готов, тебе добавить тоже. Сейчас перемещалку я найду. Я так, сейчас... Подряд, позови меня сначала. Так ты ж присоединился. Нет, пока, блин. Ну присоединяйся. Блин, ты что такое, я нажимаю, а он мне ставит в море перемещалку. Я не понимаю, как это работает. Тебе не надо перемещаться никуда. Я тебя засосу сейчас автоматом, ты в отряд войди. Ну давай. Конечно, из всех отрядов больше хочется в сисечки, если честно. Ну зашел, чё? Все, сейчас я тебя это и поедем отвозить. Что такое? Засасывает? А зачем ты к тетке-то меня затащил, я не понял. Это есть мой этот, как к тетке, это же которая задание дает. Она а просто там сидит. Да это теперь не важно, что ты будешь делать. Сейчас повезем. Смогу. Подожди, а ты-то где? Я запускаю бутылки отвозить. Юрити, это не в Сен-Дени ты пустил маршрут, это мой или твой? Нет никакого маршрута, мы сейчас поедем отвозить бутылки, Дактинус. Что такое за маршрут, тогда у меня висит непонятный. Не знаю, Дактинус, не должно появиться ничего висеть. Вот я появился в телеге. Сопровождай меня. Давай. Ты уже чуть-чуть разбил, не торопись. Это поворот просто такие крутые, поэтому... Ну, ты ехать, время хватит, я думаю. Сейчас я посмотрю, куда нам ехать. Конечно, хватит. Ну, так... Просто надо ехать по дороге, если можно, быстро. Потому что если будет брод переезжать, там надо очень медленно, и на это уходит время. Поэтому остальную дорогу, и по возможности, надо проезжать быстро. Ну смотри, я тебе говорю, ты уже повредил. Слушай, по дороге, да это не страшно, это ерунда. Ты там горлышко принимает, помнишь? Слушай, мы сейчас через речку будем переезжать, и там будет это... Ну что, тут тоже? А тут же нет 5 нападений, тут по-моему меньше, да? А тут черт его знает сколько. Это иногда они, к сожалению, в это в телегу кидают динамит.
Ну, вот, ну, вот видишь, с торговцем я уже разобрался. Либо ничего, либо 4-5 нападений. Вот. А здесь я пока не знаю. Я отвез пару раз, но... Как-то... Странно, как им маршрутом везет, просто пипец. А вот мы в другую сторону едем, да? Да, но там видимо, горы. Ты же не будешь в телеге с бутылками прыгать со скалы. Я и без бутылок не буду. Это, видать, мы к броду едем. Ну да. Да, время есть, что. Ну что, нападать-то не будут, что ли? Бывает так, что совсем не нападают. Бывает. Нет, обязательно будут либо останавливать, либо скажут проезжать. Чтоб совсем ничего не было такого, по мне. Вот они обычно иногда у реки бывают как раз. Может, я их отвлеку или не надо? Не надо пока. Вот, видишь, впереди появилось. Вот сейчас посмотрим. И, к сожалению, они у брода, то есть я тут по-тихому ехать. На инспекцию, что ли, останавливаться могут заставить. Точно, ладно, я сейчас остановлюсь, черт с ними. Придется остановиться. Как они тебя отберут? Нет, они просто проинспектируют, скажут, они просто время отнимают. Так останавливаюсь тогда, что? Главное, чтобы потом успеть доехать. Бей. Хочешь, я в них постреляю, не надо? Вот. Надо у них? Нет, наблюдай за ним. Нет, они сейчас проверят телегу и дальше поедем. А ты говоришь, что не останавливаешься? Если на дороге, конечно, да, потому что здесь, если я галопом поеду, все бутылки разобьются, а вброд надо переезжать очень медленно. А они, видишь, как долго проверяют эти придурки? Да ладно, нормально. Вообще... Еще не все, что ли? Нет, они пока не скажут, ехать нельзя. Уже почти минуту, да. Ну все, видишь? А что, у тебя разве лицензионный самогон? Я думал, что нет. Ну я все лицензионный. Акцизные марки всю ночь только клеили. Вот видишь, брод надо очень-очень медленно, иначе на... Тут камни, потому что... Сейчас эту часть пока не проедем, быстро нельзя. Да считай, приехали уже, тебе 3 минуты хватит доехать. Ну, надеюсь, я не тороплюсь. Ну вот, а теперь можно... 20 бутылок, а тут стандартно. Подожди, 23 я веду. А тут всегда 20. А что, нельзя 50 или 100? Здесь нет такого. Так а зачем туда прокачивать, если я тоже 20 бутылок вожу? Ты же сейчас денег дадут, мы ничего не прокачиваем. И опыта тебе дадут. Быстрее откроются другие рецепты у тебя, да ты? Ну, смысл-то... А ты тихо, осторожно, по камням, не торопись. Да ты видишь, как у тебя телега уже бегает. Проехал. У тебя задержка, что ли, какая-то? Ну да. Может быть, тихо. Смотри, у торговца получается, ты ведешь 25, потом 50, потом 100. Здесь такого нет, да? Нет, такого нет. Какая деревенька прям на скале красиво выглядит. 240, видишь, за такие основные, ну, специальные рецепты ты получаешь не 80, а $247. Я тоже войную продал. И сколько тебе дали? 80 с чем-то, да? 87. А мне 247, есть разница? А как так? Ну, с добавками разные рецепты у тебя будут по мере продвижения более дорогие. Ты сейчас не войную продавал, да? Нет, какую-то еще.
О, я звук слышу. Ну, ну я говорю, здесь да, что-то должно быть. Место вообще сточное. А, вот. Вон она. Карточка, видать, наверное, да? Точно. Скорее всего. 10 из 14. Ой, так, чё, у меня уже 4 ну, часа почти. Быть. Надо еду готовить начать. Так. Так, а тут что, есть что-нибудь? Нет? Место красивое какое. Посмотри на скале, да? Да. Блин, я бы тут дачу хотел. Смотри, вид какой. Ох. Да. Из Москвы удобно ездить туда. Да в Европу это Москву, если можно было бы. Я вот завидую, знаешь, писателям и сейчас... Ну, людям, которые, например, программисты, они же могут удаленно работать. Да. То есть они сидят все, вот они могут купить такой дом где-нибудь. Ну, правда, там с интернетом проблемы, да? Ну, хотя бы в Подмосковье, да? Ну, не в городе, чтобы пробкой стоять каждый день и не ездить. И работать, это просто шикарно. Это согласен, да. Я между прочим, тоже ведь могу работать удаленно, но у нас, видишь, я помимо того, что мне присылают по интернету, чем я обрабатываю, да? Мне еще и флешки привозят из командировок. А мы же все в разных местах живем, да? Ну, да. Вот если взять одно ранчо, заселить туда всех из нашей вот человек 10, там сколько, 15 нас в этом отделе, да? Ну, такую деревушку сделать, пусть туда флешки привозят, недалеко от Москвы. Интернет нормальный привезти, это было бы круто. Я бы все лошадь тогда завел бы, может быть. Скорее всего, мотоцикл. Так, подожди, а что это такое? Я на конюшню случайно зашел, да? А, не знаю. Тут есть. Ты бежал уже? Дайте я просто траву еще смотрю, сколько в округе есть. Так, ну ладно. Допустим, что у нас в задании? Согласен, я не буду тогда собирать эти тушки, ну и жопу. Слишком много. Да, вот баклан я нашел. А, ну пойдем, я тебе покажу. Поищем вместе сейчас. Как коллекционер. Это ладно. Баклан как раз сейчас в воде. Сейчас где мы находимся? Это, я пописать бегаю. Вот если мы где-то... Знаешь, что было бы хорошо расстрелять 20-30-40 врагов? Может, коллекционный предмет взять, один-два удалось бы с них. Было бы еще задание выполнено. Ну, вот этих вот. А, блин, если встретим... Ладно, пойдем. Сейчас, я... Минуточку, сейчас. Так, ну чё тут? Перемещал перец где-нибудь, нет? Есть. Строубери. Видишь, рядом. Жжёшь? Так. Тут норм. Когда Дактинус это, давай перемещаемся в этот Blackwater. Вот Роубери, рядом. Да, Родок. Перемещаемся в Blackwater. Сейчас я. Ну да. Блин, тут как все речка, горы. Мне больше нравится, чем болото.
Тесновато, правда, правда. Но... Мне на болотах нравится эта атмосфера. Всякие животные диковинные. Закат. Деревья дикольные, такие, как в сказке. Да. Вода такая, а вот эти вообще. Домики, которые к горам притулились. Это же прикольно тоже. Не знаю, я просто. Ух ты, а тут что такое, смотри. Лестница на самый верх прям, это какая-то... Да убери ты оружие. Это что такое? Какой-то... А что это они тут делают? Так, Blackwater. Слушай, что, они воду что-то дают? Ты видел по этой штуке, Бош? Что ты делают? Так не могу сказать. Наверное, я теперь не могу спуститься отсюда. Ну что, Blackwater, да? Да-да-да, и поедем в это искать. Баклан. Так, а где моя лошадка? Вот она. Морда. Иди сюда, красивая, с носочками. Цвет такой прям. Так. Всего за доллар. Так, ты говоришь выше города, да? Ну вот, ты видишь, где я сейчас нахожусь? Вижу. Я больше птиц встретил ниже города. А мы не птиц ищем, а определённую птицу. Это да. Ну там и видов больше было. Так, а вечереет уже, да? Блин, а ты что-то прям ускакал на реку, что ли, да? Как я тебе говорю, вот в этом месте, в устье реки, они тут на берегу сидят иногда. Это чайка, это чайка, это утка. Это умка, да? Слушай, а умка из мультфильма советского, это медведь был, да? Да, маленький белый медвежонок с мамой. Так, вот кто-то там бегает понизу. Тихо, ты главное не спугни никого. Я со скалы, а не испугнулся. Утка. Вон он сидит, я его вижу, Доктринус, иди ко мне. Тоже чайка. Сидит. Иди, только в присядочку давай, на всякий случай. Подожди, а ты снизу, что ли, находишься? Внизу, да-да-да, вот иди ко мне, и ты сейчас его увидишь. Тогда надо будет поп бежать. Он сидит на том же месте, где я его в прошлый раз шлепнул. Выглядит смешно. Бакланское место, ты хочешь сказать? Их там двое, кстати, сидит. Блин, а где ж тут вход-то вниз? Я шел через реку, через озеро, вот, ну, спустился там, где это... Вот я нашел вход. Вход далеко, но... Так, присяд пойду на, да? Ко мне, беги, да. Тебя с оптическим прицелом ружье, да? Да. А, да, ну вот смотри. Была. Ты видишь, куда я целюсь примерно? Вон там, вот он полетел, он взлетел, блин, ну так вон он, стреляй в него, вон он летит. Шастый баклан. А я не вижу, за дерево скрылся, сука. А ты говорил, что там два было, нет? Видимо, два, ты это... Ну, я присяд пришел вроде. А вот они летят, по-моему, обратно. А, нет, это вороны какие-то. Блин, ну спугнули. Где он был, скажи? Сейчас я посмотрю. Овсянка. Овсянка, это же мелкие. Я сейчас покажу, где он сидел.
Что за оружие? Это какая-то винтовка какая-то. Ну как и у тебя, мы у тебя примерно такую же покупали. Нет. У тебя она похожа вообще на такую же из Первой мировой. Вот тут они обычно сидят. Видимо, вечереет уже. Андатру и вижу. Чайки, утки нам не подходят. Так. Блин. А я-то по берегу озера искал, а тут больше на реке получается. Да. Короче, ты знаешь, как дорога называется? Да все уже, до утра теперь ничего. Это утки. Ряква пекинская. Еще какая-то. А, тут мускат. Олени хорошие вон пасутся. Нет. Ну, всяких вижу, я же этих ищу. Андатра, олень. Опять мускат этот. Не, Гош, спугнули. А где он? Ну, я понял примерно, да. Так он черного цвета, да, ты говоришь? Такого темного. Ряква. Надо было мне их застрелить, нет. Тебе же их надо было очистить просто, да? Ну, в общем, да. Не надо, надо было застрелить. Я в присядку шел, видимо, он просто, ну. Почему-то они, да, среагировали неожиданно. Ладно, они сейчас поедут все равно, ты ко мне подбегай. Сейчас пройдет несколько минут, и они там опять появятся. Ночью? Думаешь? Конечно. А что? Должны же куда-нибудь двинуться-то. Сашулин мне сказал, если сделать кожаную обмотку оружия, то она меньше тратится. Ну, у меня кожаная обмотка, но я ее вообще не чищу, поэтому насколько реже это, я не знаю. Я чищу очень, я же тебе объяснял, я разницу ни разу еще не заметил. Ну, если смотреть по этим шкалам, тогда она там... По шкалам можно что угодно смотреть. Я как стреляю, так и стреляю. Ну, может, у тебя просто опыт там, не знаю. Ну, возможно, это тут и не работает, да. Игра-то сыровата. Это что, ты кролика гонишь? Быстрее не убежишь. Я его пытаюсь пнуть. Пинчище ему. О, ушастый баклан. О! Попал, только хер его знает, куда он упадет. Не, на берег упал, ура. Только, наверное, на гору. Надо будет сейчас залезть. А он летал, ты как его увидел, да, или сидел? Не, на лету снял. Просто, прицел поймал. Нет, а как ты его увидел, где он был? Летел. У меня темень такая. Он взлетел, ты просто увидел. Я же тебе говорил, он летел. Блин, я не знаю, как забраться туда. А может тушки исчезнуть? Не исчезнет. Пока ты рядом, она никуда не денется. Она исчезнет, если только далеко отойдешь. Как я близко отойду, я же у меня снаряжение горнолыжного тут нет. Вот бегу, может быть, поднимусь сейчас. А что это такое? Исчезло это самое. Так, разделать же его надо. Да, и все.
стрелять. А еще кто-то стреляет? Да его... Я смотрю, что-то не так, а его жрут уже другие птицы. Сука, не успел подстрелить, я даже не посмотрю, как он выглядит. Ой, Дактинус мят рядом со мной. Сейчас я хоть посмотрю, как он выглядит. Да и ни хрена не видно. Ладно. А здесь дикая морковь, это вот здесь мята, да? Мята хорошо. Каютики, обормотики. Какие-то грибочки. Чего они там разрастились-то так? Подстрелить мушка ведь. Идите отсюда. О, черника, Дактинус, иди ко мне, тоже редкая ягода. Сейчас. Смотрю, что тут есть. Она нужна для этого. Для самогона. Грибы, погоди, мне тоже нужно. Правда, вот они здесь чернику сделали очень непонятные кусты. Она не так растет. Как положено? Ну да. Здесь она больше похожа на куст какого-то, блин, я не знаю, смородины, блин. Я зонтики соберу. Подожди. Тоже нужны. А что ты с ними делаешь? Я не помню. Ну, блин, разберутся, значит, нужны. Не знаю. Некоторые тут растения, так они у меня на подзавязку, я их ни разу не использовал. Ну, ты же не все еще делал, правильно? Я тебе поэтому и говорю. Да, слушай, она похожа, это ежевика. Это имел в виду? Ага. А это же черника. Похоже, назвали ее здесь в игре Блэкбери. Блэкбери — это черная ягода, это черника, по идее. А вот еще мята. Чего? Мята еще. Алфей. Слушай, что много чего, да, сейчас. Шейн. О, отлично, мяты я набрал солидно. Можно будет готовить. Она похожа на малину, на самом деле. Вот это ежевика, черника, да? С кустами. На смородину больше. Похоже мне кусты. Не, смородина на узкие кусты. А эти такие шикарные. Я имею в виду в настоящей жизни. Ах, господи, это я уже и не помню даже. Здрасте. Когда я на даче жил? 20 лет назад. А почему я помню? Так, все, нет. Еще. А вот на том берегу еще какие-то ягодки надо перелезть. Яро. Не знаю для чего. А как называется этот по-русски цветок, да, конец мы сейчас собираем? Написано тысячелетник. А вот малина. Слушай, я ее уже штук 20 взял. Как же он её может брать? Может, ты на какой рецепт потратил? Да вроде нет. Заколебали вы фокусироваться на грызунах-то. Ну. А я больше не могу малину брать. Давай съедим тогда.
А вот еще мята. А, все, у меня мята под завязку. Блять, уберите нахуй грузунов своих, а? Глаз включаю, мне вместо травы дает грызунов. Так, а я по-моему, тоже под завязку взял, но, к сожалению, у меня, наверное, 10 всего. А ты посмотри, сколько у тебя в сумку влезает. У меня влезает по 30 растений. Смотри, мяты 20. Ну 20, да. 20, ну солидно. 20 ничего. Ладно. К сожалению, больше не берет. Жалко, что в телегу нельзя загрузить впрок. Так, получается бакланы я поймал уже, да? Да. Поймал. У меня получается всего 4 невыполненных задания. Это я даже и не буду. Это... Ни одно не выполнено. Так. Ну тушек я не буду 20 собирать нахер. У тебя которые обычно ежедневные, вот сколько? Не ролевые. У меня 6 из 7. Ну да, такая же фигня. А там просто это надо идти с другими игроками. Пойду не хочу. Почему вот не засчитывается, когда мы друг друга убиваем, интересно? Так, торговец, это 20 тушек. Нафиг коллекционер, да. Вот, да. Видишь, я не собрал коллекционный предмет. Можно сейчас пойти последний разочек, просто где-то порубиться с этими вот нападающими, да? Попробовать коллекционный предмет у них найти. Ну, человек 40 завалить вот этих компьютер, да? Да где ты их столько найдешь-то? Ну почему? А любую какую-нибудь миссию такую. Какую такую? Да посмотрим, что у меня у торговца. Я сейчас посмотрю, может, легендарного уже можно запустить. Сейчас гляну. Может. Блин, ну тут далеко, конечно. Так, ты будешь подъезжать сюда-то, нет? Какими горами? Даже лошадь не может подъехать. Ой, за мной волки гонятся. Красивые? Да. Зубастые. А, нет, пока еще недоступны, надо же. Волк, прям в город приперлись, надо же. И не бояться. Myself on a quality product. Здесь табак тебе же не нужно, да? Не, уже девать некуда. Не куришь его? Не. 100 for 35 years. I know my stuff. Так, ну что?
anything you'll find in the store. Fish. So much good hunting in the hills around here. Almost make me want to come out of retirement. Specimen, if the rumors are to be believed. I imagine it will attract other hunters, so move fast. Okay, do you think we can hurry this along a bit? Ты рыбку так давно не ловил. Нам будет завтра половить. Так, Гоша, а за меня тут награда? Наверное, на почту надо выехать, да? Ну, по идее, да, если... Какое-то там... грешил где-то, видимо. 15 центов даже обидно. Здрасте. Можно к вам? Чего? Так, подожди-ка, а почему на почте штраф платят, да? Да, ну смотря в каком графстве на тебя штраф, не на каждом. Ну, там. Так я сейчас заехал в этот город, мне было написано штраф. Ну, правда, мельком. И что, на почте не просят заплатить? Не вижу, тут обычно есть вот такая графа штраф, да? Ну да, оплатить, так, забрать, оплатить. Странно. А есть! Да, посмотрел, смотри-ка. 7 центов целых. Круто. Ну все. Так, ну чего? Ну ладно, ты пойди, я готовлю, Дактинус, давай. Так, тебе это... Ну я тут потом тоже. Еще. Я хотел, может одно что-нибудь сделаем недлинное еще? Нет, ну вот, я хотел этого легендарного... сейчас я пока легендарного жду, сейчас я тогда посмотрю. Сейчас я пока разморожу, ты пока занимайся своим, я здесь пока. Я сейчас посмотрю, погоди, может быть, ну легендарного сделаем. Сейчас, я сейчас приду скоро. Я пока каталог открою, чтобы меня не выкинули. Носочки. Волосы назад.
that mountain air. Is it any wonder my appetite is so healthy when I'm out this way? Just got word of some sightings not too far from here. An animal apparently very unique in appearance and stature. Sounds like the perfect prize for us. Never say, one day I'll hunt that. Make that day today, because life is all too short. I plan to get for the time being. I don't need another run-in with Miss Davenport. Got word of some sightings not too far from here. An animal apparently very unique in appearance and stature. Sounds like the perfect prize for us. I think that's my stomach telling me it's time for a good plate of steak and potatoes. Опять. Чего у тебя? Хотел это. Ну ладно. Ну что, давай там, если что есть, там сколько мы прошло уже? Сколько времени прошло, как мы баунти сделали, не помнишь? Не, я не затекал. Интересно, сколько. А у тебя уровень уже игрока 73 стал, представляешь, довольно быстро. Ну да. Вроде. Ты хочешь пока по это я делаю, пока карту сокровищ открою, у тебя там дохренища. Не, я хочу играть уже. Хочу покушать и спать тоже лечь. Завтра порублюсь. А что, сейчас нет ничего быстрого? Я хотел легендарного, но видишь, пока время не вышло еще, блин. Давай что-нибудь отвезем, у тебя торговец есть? Нет, мы только что отвезли. И тебе, и мне. Бутылки отвезли. Торговцам, ты что, ты $300 заработал, забыл, что ли? Нет, помню. Ты, что у тебя опять спать? $300 А, ну да, сколько я за бутылки заработал? Не знаю, я 257, а ты, я не знаю, сколько. Так. Подожди, а у меня получается, что тоже ничего нету быстрого.
Единственное, что сейчас будет легендар, но сейчас еще 5 минут подожду. У нас с тобой одинаковое время на них, да, получается? Конечно. Ну, может быть, там есть за тройные доллары какую-нибудь банду взять, нет? Нет, а там это платит мне мало, и мне интересно. Мне хотелось вот посмотреть, у меня же за то, что купил новую лицензию, появились новые преступники, вот, которые мы в прошлый раз ловили. А сейчас мы будем смотреть, появился еще кто-нибудь. Ну ладно, сейчас я посмотрю. А ты... Я тебя не вижу, ты где находишься? Сейчас я приду. Там же, в том же городе, где мы были. В этом. Big Station. Big Station. А я туда не могу даже переместиться. Там нет перемещения. Или могу? Нет, Big Station нет такой. А где я тебя перемещал по лагерю? А, вот. Перемещение он привязывает лошадь. Что за дела? Нет, фикстейшна такой нет. Легендарный должен появиться скоро. Я к тебе не смогу переместиться. Тебя засосет, легендарного не надо никуда перемещаться. Это да. О, появился, все, Доктинус, можем. Давай. Готов, сейчас глянем, кто у меня есть. Ты со мной в отряде, ты главное, дай проверю, а то опять сейчас. Да, вроде да. Участники, да, ну все, давай посмотрим, может кто-то необычный новый у меня появился. Так, это мы сделали. А, вот у меня есть несколько разных, да, вот этих мы вообще еще не делали. У меня добавили 3 новых, представляешь? Давай кого-нибудь равнинного только. Горы и болота. Да что там, там понять не имеешь. Если ты никогда не играл, я никогда не узнаю. Ну выбирай кого-нибудь. Ну давай тогда прям по порядку. Вот этого Шепарда мы сделали. А следующий это какой-то вот Финли. Он какой-то грабитель банков, первый уровень. У него очень хорошая вооруженная банда. А, еще какие-то с ним есть эти. Ничего себе. Да, вот это будет забавно. Давай попробуем. Посмотрим, что про него расскажут. Джин Бо Финли. Damn, I'm starting to wish I'd kept this fool for myself. Rich dandy who read one too many dime novels. Out there trying to play outlaws with the big boys. Loves himself just as much as his daddy clearly didn't. Spent his inheritance rounding up the best gunmen money can buy, but they don't give a damn about Bo. Their only job is to make him look good, get his name in the newspapers. He and some of his fancy rifle club friends have taken over the old mansion at Shady Bell. Lots of guards, lots of weapons. Nothing but the best for young Bo. So why don't you head over there and dirty up his suit a little?
Пойдем в костюм испачкаем ему. Рациона говорит так. Съем. Да. Какой дороги-то надо? А, без разницы. Какие-то полуболота тоже. Ну это Родс, это где вот эти красные эти. Так, ну что, попробуем потихонечку сначала. Дактинус, давай в присядочку. Одинокий какой-то странник это стоит на дороге. Сейчас попробую его задушить. Чтобы никого не спугнуть, ты пока аккуратно это наблюдай за ним. Я сейчас к нему попробую сзади подойти, да он около дороги стоит. А, карты вижу, а так нет. А, его можно только ножом, потому что он стоит прислонившись. Вот видишь, в этой игре, если прислонившись, то вот. Давай ножом. Ножом в голову. Так. Бал слышно так. Сейчас я его отсюда заберу на всякий случай. Не отсвечивал? Да. Положил его в кустике. Что у них? На воротах только один стоит, получается. Беззаботно. Все, пошли дальше в присядочку. Еще один. Не, больше, чем один. Но они не смотрят друг на друга. У меня лука нет. У меня тоже лука нет. Метательным ножом попробуй. А вот я одного. А, да, вот я вижу одного, он прямо перед тобой. Ты ножом умеешь пользоваться? Ну, а красной точки не должно быть у ножа. Появляется тоже. Нам нужно их одновременно шлепнуть. Я его шлепнул. Ножом, да, метательным? Да. Шикарно, Дактинус. А где второй-то? Я его что-то не вижу. Справа. А нож можно добрать? А, он добрать сидит теперь? Наверх. Да, можно будет, да. О нас, они сейчас нас из закона увидят. Тут, не знаю, наверное, ближе сможем мы подойти, нет? Он сидит внутри двора, что ли? А, он около дерева стоит, я его вижу. Сейчас попробую, я его ножичком тоже. Ой, я только... А, нет, все, другой сразу встрепенулся, да. К сожалению... Блин, ящик взорвали. Ой. Так я специально взорвал ящик, а чё ты? Там нас сразу... сзади напали. Ты стреляй по красным ящикам, если есть возможность. Доктрина, взрывай их нахрен. Сразу народу больше погибнет. Я ещё видел, как видел? Ну их видно, вон они красные. О! И да, сразу их поубавилось. Они там еще в доме засели. Сзади. Не забывай обыскивать. Обыскивать потом будем. Потом не будет, кончится миссия и все. Нет, они лежат потом. Нет, после миссии. Нет. Нет. Всегда лежали. Нет. Ты когда здесь отвозишь, ты его увозишь. После какой миссии? Как они будут лежать? Прежде чем увозить, можно обыскать. Так а я про это говорю, что тянуть время-то? Блин, ладно. Бегаешь, обыскиваешь, ты ж мимо пробегаешь все равно.
Чё б тебя не обыскать-то? Убил, обыскал. Так-то да. Ты же всегда... А чё за белая точка тут? Где? На карте, возле меня. А я не знаю, а она... Я даже не хочу смотреть, если что, что это есть какая-то параллельная миссия. А, это нужно что-то открывать. Пытается сбежать, Гош. Подожди-ка, я сейчас что-то взорву. Погоди, он пытается сбежать, я не вижу на карте его. Нет, мы его ищем, он пока еще неизвестно где. Он появляется красным черепом, когда мы... Вот он, все, появился, вот, все. Побежали за ним, я лошадь вызвал. За ним. А? Сними за мной, это все бежит. Я его сейчас схвачу. Если у меня балла заработает, не факт. Не работает. Лично. А лассо? А лассо работает. Хорошо. Связал его? Да, но лассо сработало, а бала нет. Я не понимаю, что за хрень. Самое обидное, что там столько осталось. А я тебе про это и говорю, собирать надо не, сразу. Блин, кепка. Какая кепка нахер? Ну подбирай ее. Это не твоя, поехали. Черт. Я тебе про это и говорю, да, ты, что собирать всегда надо сразу. Сзади там один скачет, видишь? Двое. Помочь тебе, нет? Не-не-не, ты скачи. Я сам с ним разберусь. Я задержу их. Ничего, да? Да. Держись, Арамис, мы обязательно встретимся. Мы обязательно встретимся. Когда твой друг Рави Алигер Камалигеров будет рядом до конца. Пересмотреть фильм, что ли? Интересно, понравится мне сейчас? Он забавный. Я люблю советские фильмы. Там песни очень хорошие, мне нравилось. Да вообще фильмы. Музыка шикарная, для того времени вообще, согласись. Да вообще, фильм обалденный. Попался, который кусался. Это было довольно просто, да. Вот с этим вообще легко. Что-то это дадут? Легендарные. 0.16, наверное. Мы быстро сделали слишком. Надо было по обыске. Почему балла-то не сработала? Лассо сработало. Пользуются ими одинаково, правильно? Я не знаю, Дактинус. Когда у тебя что-то надо держать, какую кнопку, я даже тебе ничего не могу объяснить. У тебя что-то происходит, когда ты ее держишь. Почему-то что-то не работает. Лассо я раскрутил. У меня ни разу не было, чтобы оно не работало. Не знаю. Попробую поразбираться. Может, в YouTube почитаю что-нибудь. Мне так ничего не дали. 78... 0.16. $72. 0.16, да. Нормально. Вот смотри, Дактинус, давай сейчас из отряда выйдем. Вот смотри, я сейчас расформирую отряд. Давай. Все, мы больше не в отряде. Вот я беру эту штуку. Шарики. Вот лассо. Да? Вот видишь, лассо работает шикарно. Теперь попробуй этой. Бала. Да. Вот она.
Да. Вот смотри, смотри, он крутит, и он кидает. И работает. Видишь? Да. Она этого не сработала. Так я поэтому говорю, что-то у тебя не так. А почему? Почему на тебя работает, а на него нет? Блин, ты развязался, и у меня она исчезла, да? Ну ладно, хрен с ней. А у тебя вот возьми баллон, она тебя не крутит, да? Нет, он просто раз и кидает сразу. Ну, это конечно, может быть эффективно, но некрасиво. Вот это вот... Нет, я согласен, я даже не знаю, каким образом она... У тебя анимация другая, понимаешь, получается? А почему? Я не знаю, настройки может быть другие. А как надо? А, это надо дрочить кнопку R, чтобы развязаться. Даже не держать, а вот эту вот... Ага. Охренеть. У тебя сейчас исчезло? Ты баллу кидал, да? У меня осталось две. У тебя тоже, наверное, да? А-а-а! Вот, видишь? Я понял, почему у тебя не работает, Доктринус. Ну. Почему она у тебя не всегда работает? Ты попал. Ты когда ее берешь в руки, ты нажимаешь левую кнопку мыши для чего? Левую я правую сначала нажимаю, чтобы он ее крутил. Нет, сначала правую, потом левую. Вот она начинает крутить. Видишь? Вот смотри, у меня начинает крутить, когда я нажимаю левую кнопку, которая, по идее, уже должна кидать. Вот он просто крутит, я ее отпускаю, он сразу кидает. Всего одной кнопки все надо делать. Ты все неправильно делаешь. Я делаю. Вот именно, нет, вот смотри, сейчас давай еще раз попробуй, развяжись. А я тебя сам развяжу. Блин, это быстрее будет, да. Вот смотри. Возьми в руки свою балу, да? И нажми левую кнопку мыши, которая как бы вот стрелять. Ничего не происходит. А теперь возьми правую, нажми, держи ее, наведи на меня и просто отпусти, другую не нажимай. Нажал, прицел появился. Вот он кинул без. Да, он кинул без раскручивания. Конечно, и все работает. Я не знаю, зачем ты это делал. Не, подожди. Значит, если я держу, он ее крутит. Да. Вот. Видишь? И на хрена, если я не просто понимаю, нажму, он ее кинет. И все работает, да. Нахрена ее надо крутить? Не знаю, лассо-то я кручу, оно работает. И крутить тоже не надо. И лассо точно так же, не надо ничего крутить. Завтра попробую, ладно. Непонятно. Блин, я понял, может без раскручивания кидать. Ну, это фигня научная. Ну ладно, Доктринус, тебе спокойной ночи. Пойду, да, я пойду это... Давай. В лагерь перемещусь к тебе, наверное, да? Какой? Нет, но его ты не сможешь переместиться, потому что я расформировал отряд. Ты свой только. Блин. Слушай, а как мне можно лагерь переместить свой? Ну, я тебе потом научу. Можешь.